Когда Дэвиду стала доступна новая концепция про полицейских и угонщиков, они стали разрабатывать игру. Но по ходу разработки становилось понятно, что это немного скучно и однообразно. Тем не менее, разработка продолжалась. И вот, когда игра была практически готова, они сдали ее на тестирование. Дэвид, мягко говоря, был разочарован результатами. Вместо того, чтобы благотворить его игру, игроки в ярости кричали, что игра отстой. Тогда он в срочном порядке собрал всю свою команду разработчиков и сказал, что нужно что-то решать. Концепция с наблюдениями с вертолета хороша, но этого явно недостаточно. Они пришли к выводу, что игроку будет намного интереснее играть за преступника, а не за блюстителя порядка. Каждый человек внутри хочет немного побеспредельничать, и мы дадим им эту возможность. Но этого тоже было мало, и тогда ребята обратились к другому своему проекту под названием Body Harvest. Дословно, эта игра переводится как «телесный урожай», и название полностью отображает смысл игры. На Землю напали пришельцы, которые собирают тела людей для собственных нужд. Но они не могут собрать сразу весь урожай, поэтому они сажают людей в купол, а позже прилетают и забирают их из этого купола. В каждый временной промежуток, начиная с 1916 года, они посещают разные уголки света, и нам нужно будет их остановить. Останавливать мы их будем, начиная с первого пришествия. На секретной станции Омега последние силы Земли изобрели машину времени, чтобы предотвратить конец света. Роль спасителя мира упала на плечи суперсолдата, за которого мы и будем играть. У нас нет практически никаких ограничений, и мы можем двигаться в любом направлении на карте и сражаться с кем угодно. То же самое и с временными промежутками. Игру разрабатывали для Nintendo, но Nintendo опять ставила определенную планку, до которой нужно дотягиваться. Nintendo, как они считают, достойны лишь лучшего. Они говорили, что нужно поместить в игру больше загадок и головоломок. Игра разрабатывалась в основном для азиатского рынка, а там это любят. В общем, DMA не дотянули до уровня Nintendo и отдали игру Midway, которые позже издали ее, правда, слишком поздно. В то время технологии очень прогрессивно двигались вперед, и стоять на месте было недопустимо. Тем не менее, DMA сохранили наработки Body Harvest и поместили их в свой новый продукт. Они позаимствовали оттуда свободу действий и открытый мир. В совокупности с преступлениями и погонями, открытый мир давал взрывную смесь. Так на свет и появляется оригинальная Grand Theft Auto. Давайте же теперь посмотрим, что получилось в результате столь кропотливой работы. Разработчики воссоздали три довольно больших города, которые были срисованы с оригиналов. Liberty City — это Нью-Йорк, Сан-Андреас — Сан-Франциско, а Vice City — Майами. Это было сделано, чтобы избежать в будущем каких-либо проблем. Они старались все сделать максимально выдуманно и по-настоящему одновременно. GTA состоит из нескольких уровней, но для того, чтобы перейти на другой, требуется собрать определенную сумму денег, ну или же очков. Но деньги нужны не только для перехода на новый уровень, а также на другие нужды, например, чтобы оторваться от полицейских с помощью перекраски вашей машины. И поэтому игроку важно решать, что же все-таки важнее. Игроку доступен целый огромный город, в котором он может делать все, что вздумается. Можно, например, собирать оружие, разбросанное по городу, и убивать простых граждан, а впоследствии полицейских. Игрок также может одолжить любую машину, которая ему приглянулась, даже без последующего возвращения. Многие игроки именно этим и занимаются, они выполняют миссии. Игра и без миссий уже была бы хороша, но все же для прохождения и открытия новых возможностей требуется выполнять всевозможные задания. Но в первых частях они практически всегда сводятся к одному и тому же – догнать, убить, сопроводить. Игрок сам волен выбирать, как будет выглядеть его игра. Либо он как монстр будет проноситься по улицам города, или же он пройдет, что его присутствие вряд ли кто-то заметит. Это и есть одна из основных фишек игры. Очки можно добывать разными способами – угоном машин, тараня другие машины, убивая полицейских. При выполнении миссии очков дается еще больше. Итак, до того времени, пока вас не пустят на другой уровень. Миссии игрок также может получать разными способами, например, через телефонный аппарат или же сев в чужую машину. В игре присутствует несколько видов оружия, начиная от простого пистолета и заканчивая гранатометом. Оно тут есть на любой вкус. Помимо этого, здесь встречаются бонусы, которые могут увеличить вашу скорость или очки. Ваши правонарушения в городе ни в коем случае не останутся без внимания. Вам постоянно нужно остерегаться полиции. Достаточно пару раз кого-нибудь задавить или врезаться, и они сядут к вам на хвост, а отцепиться от них не так легко.
Для этого нужно удрать от них естественным путем, или найти значок, или опять же перекрасить машину за деньги. Чем больше правонарушений вы совершаете, тем больше полиции за вами гоняется. Они начинают перекрывать дороги и десятками гнаться за вами. Их целью является ваша поимка, но им никто не помешает вас убить. После поимки вы окажетесь возле полицейского участка без всей вашей амуниции, и это очень грустно. В игре представлен обширный автопарк, который не ограничивается простыми легковыми машинами. Здесь уйма служебных и грузовых. Каждая из машин ведет себя по-разному, в зависимости от ее габаритов. Либо вы будете ехать и таранить всех подряд, или же быстро промчитесь на спортивной машине, но тоже можете врезаться, потеряв контроль. Но есть и пасхалка в виде танка. В нем вы неуязвимы. Впервые в мире в GTA была использована система радиостанций. В каждой машине играет своя музыка. Например, садясь в простенькую машину, играют деревенские мотивы. А если в суперкар, то соответственно что-то более пафосное. Графика в игре была не самой сильной стороной. Если окружающий мир выглядел еще хоть как-то, то машины и люди были ужасны. Но это не мешало игрокам развлекаться. Игру издала компания BMG Interactive, позже переименованная в Rockstar. Да-да, GTA придумали не Rockstar, они лишь купили права на серию, а позже и саму DMA. Но многие заблуждаются, что GTA разработали Rockstar. Нет, это не так. В 1997 году DMA была куплена издателем Gremlin Interactive. Они издали несколько игр, после чего права на DMA переходят издателю Infogrames. Но была маленькая сложность. Права на серию Grand Theft Auto принадлежали BMG. После того, как BMG была переименована в Rockstar и куплена Take-Two, они покупают DMA, истинного создателя GTA, и переименовывают в Rockstar North. Вот так и получилось. А сам Дэвид Джонс покинул DMA Design. Но тем не менее, вторая часть GTA была разработана все еще теми же DMA Design. Я немного отошел от темы. К первой части GTA вышло два стилизованных красивых дополнения – Лондон 1969 и Лондон 1961. Мы переносимся в 1969 год, в центр Лондона. Дополнение полностью отображает стиль классической Англии середины 20 века. Все выглядит очень строго и элегантно. Вас попытались поместить в тело человека, по внешности и поведению, который очень похож на Джеймса Бонда. Помимо антуража и окружения, в игре поменялся и саундтрек на музыку, стилизованную под популярные хиты того времени. Затем вышло дополнение 1961 «Лондон», которое рассказывало нам о том, что происходило за 8 лет до событий 1969 года. Вот такой и стала GTA. Она получила просто шквал фанатов, которые с пеной у рта требуют еще и еще. DMA дали им еще, но об этом я расскажу в следующий раз. С вами был Perpetuum Mobile. Комментируйте, оценивайте, подписывайтесь. До новых встреч!